Реставрационные работы на Лежневской колокольне вот-вот начнутся. Средства на восстановление былого величия объекта культурного наследия выделены в рамках целевой программы «Культура России». Одевать строительные леса колокольню стали еще в начале лета. Пользователь объекта Никола Шартомский монастырь проводил инженерные изыскания, чтобы определить, хватит ли того объема, который заложен в проектной документации, согласованной еще в 2014 году, для того, чтобы комплексно отреставрировать этот объект культурного наследия. После окончания работ по инженерным изысканиям было принято решение леса не убирать, чтобы сэкономить время и не делать двойную работу. Подрядчик уже определен. Это впервые у нас «Стройград», то есть та организация, которая функционирует на территории Ивановской области, имеет лицензию Министерства культуры. А авторский надзор будет осуществлять Никола Шатомский монастырь. Мы надеемся, что в ближайшее время к нам поступит заявление о выдаче разрешения на производство работ. Насколько я помню, работы должны закончиться в октябре.